Доброе утро, сына. С чего у нас начинается утро? Че, туда заехала? Будем сейчас собирать. Какой-то у нас тут Крымский мост, да? А. Да? Ага, ну давай сейчас вот, здесь стоечки надо, вот синенькие, вот они. Угу, в общем, сейчас будем пробовать. А там инструкция была? Не было инструкции? Просто на коробке, да, что нарисовано? Антоха нам тоже помогает. Да, сынок? У нас сейчас щавель. Ура, мы собрали! Ты рад? Сейчас смотрите, как машинка будет песню петь. Да, вот это. Угу. Нет, она ее опять нажимает, видишь? Ну, видишь, не заканчивай. А нет, закончилось. Ну, Гриш. Угу. Просыпайся. Несколько минут поспал. Нет, лучше маме это все. Да? Сейчас вы смотрите, смотрите, машинка, машинка, быстро. Да, блин. А Гриша хотел, но машинка быстрее. А мы думали, как же нам посмотреть выпускной, потому что уже куда вставить диск, кроме компьютера. Но вот через караоке все прекрасно, я сейчас все подключила. Ой. И теперь будем смотреть выпускной. И мама посмотрит. Да. Мы думали, мама не будет смотреть, а то она уже сидела в компьютере. А на телеке она еще не сидела, да? Да. Да? Я наконец-то себе сделала вот этот вот жидкий педикюр или что-то такое вот Фаберлика. Замотала, распарила сначала ноги, нанесла его. Это такой прозрачный, достаточно густой гель, хорошо распределяется на пятках. И замотала в пищевую пленку, завела себе на телефоне 10 минут и теперь сижу и жду. Результат не знаю, какой будет. Посмотрим. У детей тут кухня, и начали, как это называется, игра? Что это за мегаполис? Мегаполия. Ну, типа, монополии, да, тут куча-куча всего, надо вот разбираться. Это тоже нужно вырезать или нет? Ты прочитала вообще правила? Ну, я только лекцию прочитала. А-а-а. Это сама биржа, да? Акции. Ты неправильно. А, нет, неправильно. Начало игры. Тем-то за один чип уже один квадрат. Да. Я не очень все понимаю, что это за собственность вот это. Где-то еще что-то такая должна быть. А вот она. А, вот она здесь. Я, наверное, тоже вырезать надо будет. Зачем? Или не надо? Надо, видишь. Она отсадит меня, надо она будет от этого. И она вырезать. Видишь, она это, она не, не возле этой. Ну, вообще, мне кажется, вот это надо вырезать. 20. Ох, тут вырезать, конечно. Вот это они, наверное, поленились. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. И эти соединям будет 40 уже. Да? Да. Ну, а если здесь нужно 40, значит здесь 40. Больше нет таких. Угу. А ну, это ж, давай приступаем. Пакетик тогда. Квадратике? Да, только пакетик же это принеси. Ты вот те сначала порежь, а, то есть. Да, и в пакетик сложи, хорошо? Угу. Тут малинка. Мне так нравится, как стоят эти лукошечки. Сейчас еще одно.
Но его себе оставим покушать. Не будет там полного лукошка. Так что будет 3. Хочу есть. Ты не хочешь малинки? Думали, не будет лукошка, да? Он сейчас взяли и дорвали. Так что будет все-таки 4 лукошка. Угу. Дома. Давай я тебе покажу. Давай, она ж тут же сама ездит. Сейчас выключится, подожди. Все, это выключилось, да? Теперь мы запускаем машину. Угу. Круто? Круто, круто. А там внизу она включается. Классная машинка, да? Еще подарки. Лего, вот. Собирали, собирали, уже разломали лего. Он тут как-то стрелял, этот чувак. Не знаю, пойди у Гриши спроси. Может, Гриша, может, Антон. Угу. Как у тебя дела, сыночек? Я там был в садике. В садике был? Что ты там делал? Что ты делал в садике? Кушали? Что, кормили тебя, да? Заезжала сейчас в Пятерочку. Мне нужны яйца. Купила вот такие вот и вот такие. Двух разных производителей. По 59 и 53, по-моему, за десяток. В общем, да, 59. Ну, 60 и 54, я бы даже сказала. Сливочное масло вот такое взяла. Не знаю, насколько оно натуральное, но посмотрим. Где тут состав у него? Ну да, сливки пастеризованы, и все. Вот это настоящий состав сливочного масла хорошего. Гречку взяла, давно у нас что-то не было гречки. И фарш. Хочется мне котлет или тефтелей, тюфтелек. Что-то завтра буду готовить из этого. Взяла еще мюсли себе на завтрак. Вот эти вот за 60 рублей. С бананом и шоколадом. Были еще с яблоком и с орехом, но это для меня банан и шоколад не самое классическое сочетание. В плане того, что я обычно беру с яблоком и с орехом. А тут прям решила вот такие вот попробовать. И еще 2 вот такие вот химии взяла для макарон и гуляш. Ну что, тут уже начали играть? Я уже его раскрутила, стою. Да? Да. В наше детство это бизнес называлось. Ну да, да, да. Но у меня не было в детстве. Нет! Нет, ты коммунист. Нет! Ты коммунист? А там, если ты попадаешь... Хочешь купить это, то это что, коммунизм? А это? Коммунизм. Так он стоит 200 евриков всего лишь, коммунизм. 200? Да. А, тогда я покупаю. Подожди, надо почитать. Так, полезем в свою страну коммунизм. Если бы выкупали больше половины Нет, подожди. Приобрести фиал можно не только Но да, здесь помочь купить одну акцию, допустим, необходимо приобретение недостатков филиалов до конца. Таблицы находят данные, например, что-то не пойму. Заедем, выгоды, так что... 200 евриков. Нет, ты итого. Я сейчас тебе покупаю.